Братишки, и всем пламенный привет у микрофона, как всегда, Рамзес. Возвращаемся в КС-очку, продолжаем играть на чудесном зомби-серии под названием Зомби Вегас. Ребят, снимаю видеоролик ранним утром, выйдет он для вас ближе к вечеру. Поэтому надеюсь, он вам понравится. Вы подпишитесь на канал, нажмете на колокольчик. И перед началом видеоролика хотел бы всем вам сказать, что в сегодняшнем видеоролике я для вас солью привилегию VIP, админ, супер админ и создатель. То есть вот давайте посмотрим цены на привилегии. Вот, випку, админку, супер админку, паутинку, создатели, бесконечно патроны. Все для вас бесплатно. Сам куплю за свои деньги вот эту привилегию, вот эти все привилегии и солью для вас. От вас лишь попрошу, чтобы вы набрали как можно скорее 333 лайка. Как только набирается 333 лайка, в описании и в комментариях будет ник с паролем от данной привилегии. Также, ребят, пишите в комментариях свои ники, чтоб я знал, чтоб, ну, кто заберет привилегию. Поэтому, братишки, все ссылочки будут, как всегда, в описании на сервачок. Можете заходить, играть, конечно же, кто хочет покупать привилегии. Так, ну а вот эту привилегию я для вас сегодня разыграю. Давайте получим подарочек под елочкой, в принципе, плюс один пак всего лишь. Ну такое себе. Так, донат меню. Что здесь у нас интересного есть? Обмен донат рубли, купить донат, информация, аксессуары, супероружие. Вот, телекинез и драгон лор. Давайте с телекинезом немножко побегаем. Это вот такие вот перчаточки получаются. Кстати, они что-то не особо такие мощные, да? Хотелось бы, чтобы было получше, но пока что нет такой возможности, так сказать, что они... 9 хп, все, первый килл на сегодня готов. Х2 система прокачки, кстати, действует на сервачке, кто не помнит, братва. То есть вы делаете один килл, вам зачисляется 2. И так качается левел свой просто на изи можете. Кстати, на правую кнопку мыши... Довольно-таки неплохо, по 700 хп сносит, вот вы сами видели это. Так, только нам нужно типа энергию сначала копить, вот на левую кнопку мыши стрелять, а потом на правую запускать вот так вот. У, даже по 1400, блин, ну у нее очень много хп, поэтому сложно нам вот так будет делать киллы. Ну ничего страшного, так, у тебя малышка сколько? 8000. Давайте, блин, ну, кстати, попал, нормально. Кстати, перчатки нормальная такая тема, согласитесь, братва. То есть они дамажат, блин, неплохо, неплохое количество хп. Я бы, может, сейчас и драгонлорчик взял какой-нибудь, да? Блин, а почему мы только с одной перчатки стреляем? Вот так. И правую, опа, быстренько взлетаем. Стреляем дальше, стреляем. Снова взлетаем, вот так, стреляем потихонечку, помаленечку. Давайте на правую. А почему на правую не работает? Ничья, ёшкин ты матрошкин. Так, давайте тогда сейчас сделаем себя, возможно, дьяволом. Пропишем АМХ мод меню, быренько. Управление зомби-модом, сделать немезидой и РМЗС. Нельзя. Значит, управление зомби-модом, массовое заражение можем. Тоже нельзя. И не знаю, что делать. Нельзя ничего запускать пока что на данный промежуток времени. Ну ничего, так, у нас первый зомби сейчас должен быть. Давайте, так, а что вот это шестой пункт? Граната какая-то. А, граната сфера, понял. Блин, я уже думал, что-то новенькое вышло. Но админ пообещал, что новое обновление уже повыходит совсем-совсем скоро, и мы будем наслаждаться ими, ребят. Так что ждите. Контентик будет для вас очень годный. Будет выходить... Ну, видеоролики, реально, ребят. Я все обещаю, и обещаю, что ролики будут выходить там ежедневно, через день. Но, ребят, не получается. Ну, сейчас уже буду стараться реально для вас выпускать видеоролики почаще, подлиннее, то есть покачественнее. Будет все good. Поэтому я надеюсь на вашу поддержку такую видела и косика. Вот. Так, давайте что-нибудь другое возьмем, наверное, с менюшки привилегий. Вот, покажу вам, что будет доступно вот в вашей менюшке привилегий. VIP-меню сможете брать в жизни, броню, вот такие вот арбалетики всякие. В админ-меню скорпионы, ВСКшки. Кстати, вот эта ВСКшка, пацаны, всем советую. Вот, кто заберет привилегию, ну, под ней сможет играть каждый на самом деле. Вы покупаете просто бесконечные патроны. Так, где они только находятся? Вот, бесконечные патроны включаете. Джетпак сможете брать. Это тоже огромный плюс. И без задач включаете. И все, смотрите, какая у вас пушка получается. Просто имба лютая. Реально лютая имба. Вот, вы просто стоите вот так, убиваете, всех подряд мочите.
тема годная, тема лютая на самом деле. Поэтому я всем советую брать вот именно вот эту ВСК-шку, потому что, ребят, она больше всего копит, точнее фармит паков. И очень точно, вот если включить бесконечные патроны без задачи, у нас паки просто зачисляются за секунду. Поэтому, братишки, реально всем еще раз повторяю, советую брать именно данную ВСК-шечку. И вы будете просто вот так вот божить. Реально, вот просто 2 кило взяли, за секунду сделали, но подарочек не подобрали, к сожалению. Вот, можем дальше продолжать вот так валить. У нас же джетпак еще есть, можем с джетпака выстрелить вот так. 400 хп остается, все завалили по красоте. Кстати, новый класс зомби какой-то, да, вот такой фиолетовая малышечка, да? Где она, я хочу вам показать ее. Но мы ее завалили, походу. Или она не заспавнилась? Я не знаю, без понятия. Возможно, классы зомби меняют, но... Честно, не буду врать, не знаю, не скажу вам, братва. Вот, ну сервачок классный, ребят, реально зачетно, вот я давно не играл, уже 8 киллов себе сделал. Давайте сейчас напоследок, ну как последок, просто сейчас наконец, не успели, я думал, наконец раунда сейчас возьмем Dragon Lore. Интересно сейчас, если мы X-Mod меню включим, управление зомби модом, сделать снайпером, к примеру, себя сможем сделать, нет, не сможем. Сделать немезида и тоже не можем. Значит, сказать, что сделаем массовое заражение или апокалипсис, тоже ничего не можем. Ничего не можем. 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33 раунды. Блин, жалко. Сказать, что я вам предложу бонус меню. Кстати, здесь бесплатно пушки такие. Бесплатно. Вот такие вот пушечки прям бесплатно. Вы можете вот так с ними играть. И электро... Это вот еще одни... Подождите. Пистолет. Вот такой вот. Тоже годный. На правую кнопку мыши тоже зачетно выстреливает. Поэтому, братишки, всем советую брать. Реально, вам такие плюшки подгоняю. Поэтому заходите, играйте. Кто хочет, конечно же, покупайте привилегии. Вот на правую кнопку мыши здесь режим бесконечный. И вы можете просто вот так вот божить. Реально, пацаны. Я думал, что здесь направо с перезарядкой, а здесь без перезарядки. Это имба, пацаны. Вот этот пистолетик в бонус меню всем будет доступен вот под создателем. Поэтому набирайте скорее 333 лайка. И вы просто будете наслаждаться игрой, честно вам скажу. М24. Вот. Поэтому, братишки, вот, все ссылочки на сервачок, еще раз повторяюсь, в описании. Очень годный сервачок. Я здесь часто играю, снимаю видеоролики. Поэтому, кто хочет со мной играть, выживать, то есть качаться, то заходите, будем вместе. Буду рад каждому. Буду вам плюшки какие-нибудь давать. Вот. Поэтому напоминаю, как только набираете 333 лайка, я сливаю для вас привилегию VIP, админ, босс, паутинку, плюс создатель, супер админ еще. И будете просто кайфовать от жизни, реально, с привилегиями. Вот. Поэтому, братишки, все ссылочки на сервачок в описании. На этой чудесной ноте буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр, с вами был Рамзай Сидела. Всем хорошего настроения, братишки. Всем удачи, всем пока. Пока.